только недавно ходил в шлепках, в майке, да, купил себе такие длинные майки, вообще прикольно, все по кайфу, ручки загорают, а тут, короче, сейчас дождь, я хотел на улице снять, ну, так, типа, поставить на тачку и, в общем, ну, стоять, да, перед камерой, но там ветер, идет дождь просто вот так под углом, короче, полная ш**а. Хотел у вас спросить, парни, куда вы тыкаете нашими с вами идеальными недорогими наушниками? Написала, ну, позвонила, короче, с другого телефона подруга и говорит: Лёха, короче, айфончик-то не включается, что делать? Вот, я говорю, все понял, как еще решим. И залез посмотреть. SE не подойдет, мы же не можем ходить с маленьким экраном. 6S у нее и так как бы был, то есть 6S на 6S это что-то вроде не то. Дальше, ну, я не особо, если честно, смотрю на телефоны больше 40 тысяч рублей, мне кажется, при зарплате там, не знаю, например, 80, ходить с телефоном за 40, это, ну, очень странно, на мой взгляд. Может быть, вы меня поправите, конечно, и напишите, что я там недостаточно люблю себя и там свою подругу. И не покупая ей телефон дороже, чем там зарплата, да? Но мне кажется, что это реально идиотизм. Телефон должен стоить 1010, ну, может быть, 15, ну, может быть, 17500, это как бы максимум вообще разумного, я имею в виду, да, потому что телефон-то расходник, и вы можете его уронить, да, его могут, не знаю, украсть, вы можете его где-то забыть. Трещина на панели, кстати, в тачке. Очень странно. Ну вот, посмотрел, короче, если с памятью где-то от 64, да, ну, чтобы музыка влезла и там фоточки всякие, видосы, то получается идет 6S, который не подходит, ну, SE они еще дешевле, которые тоже вроде как не подходят. И дальше идет уже семерка. Да, то есть за 30, что-то там 5 в нормальных магазинах, типа там связного видео можно взять семерку. Но, парни, дырки-то под наушники нет. И хотел спросить, что у вас за телефоны вообще, на чем вы слушаете проводные наушники? И, может быть, нам пора сворачивать лавочку и делать анализ только беспроводных? А там все как-то странно. Из беспроводных, если честно, ну, вот про T110BT мы с вами хорошее видео сняли. Нормальные наушники, в принципе, рабочая технология. Но вот этот проводок, который у тебя всегда сзади на шее болтается, ну, не знаю, вообще, ну, как бы на любителя. Остается модели накладные, да, там есть, по-моему, за 2000 JBL тоже какой-то, который вроде как люди хвалят. Ну что, переходим на беспроводные. Как считаете? И напишите, пожалуйста, что у вас за телефоны. Я думаю, вряд ли вы пользуетесь прям специальными плеерами, потому что это вроде как глупо уже в 18-м, там, в 19-м году. Расскажите, что за телефоны, и есть ли у вас вообще дырка под наушники в телефоне, или вы уже все там на семерочках, восьмерочках, X, XR, XS, XR Max... Столько названий теперь. Все, жду ответа в комменты и решаем, куда двигаемся.